Друзья, привет, подписчики, Ромарди снова с вами, и мы сегодня начинаем делать топовую ловушку. Ну, в принципе, не знаю, как вам, но, блин, мне эту ловушку сам я делал, я его тестил, самому мне очень даже понравился, я хотел с вами поделиться. Так, на эту ловушечку всего-то нам надо одну гантрапу и две огненные турели. И, блин, как говорится, на мод сервера это изичный, а на стартовый как раз нормально. И вот гантрапа то в принципе не очень дорогая, и если вы именно найдете огненные турели, хотя бы одну, а потом вы сделаете две, это будет охеренно. Это значит, они себя окупят. Давайте я покажу, как эта ловушка делается. Делаем на 9 фундаментов. Наподобие я вам покажу, в принципе, как это работает. И сразу в крышу. Тут у нас будет шкаф полутовой, тут одинарный, тут двойной и тут двойной. Сейчас быстренько мы их апнем. Так, что у нас тут? Желательно его повернуть. Так, это лишнее. Так, шкаф сразу. Это лишнее, это не надо. Зря я его апнул, так шкаф быстренько поставим. Говорит, небольшая ошибочка. Просто поставим соломиной. Этапать не надо. Так, фундейшн. Короче, фундамент полностью апаем. Ну, это, в принципе, сразу можно в железо. Чтобы вас... если, например, кого-нибудь там калашиста поймаете, или там еще кого-нибудь серьезного, чтобы сразу вас... Ну, это лишнее. Хотя, да. Чё, почему лишнее? Сразу тут металл. Хотя не сразу можешь поставить. Можете потом. Ну тут можете в печке кровать поставить. Поставьте. Короче, на ваше усмотрение. Так, у нас почти готово. Берем, как у нас... Ну, можете поставить. Короче, где вот шкаф, сразу можно в гараж поставить. Значит, гаражки не будет, двойную дверь. Так, значит, следующий обязательно двойную дверь. Покажу фишечку, где у нас двойную дверь. Фишечку покажу. И чтобы открывалась наружу, не внутри, а наружу. И дверь. Так, дверь. Дверь независима, может и внутри, может и наружу открываться. Так, соло замки. 4 штуки. И тут делаем выход. Выход делаем, как говорится, на крышу. Тут очень важно на одинарный дверь. Очень важно. Тут двойной не пойдет. И для байта ставим деревянный дверь. Тоже тут независимо куда открывать, но я думаю лучше всего внутрь. Между прочим, да, лучше всего внутрь, потому что если там серьезный чувак попадет и вдруг не умрет, вы можете его... Хотя, знаешь, дохера там народу бомжей набежут,
И вы смогли шубаться, чтобы, блин, этот... Вы поймете, что... Так, в принципе, все готово. Ну, там можно спальники, там, верстаки поставить, ну, отсюда. А вот тут, внимание. Самый важный момент. Тут, вот именно сюда, гантрапу. Именно сюда. Так, патрончики, именно тут. О, блин, так, попробуем. Так, хватит, надеюсь. Так, и... Огненные турели. Вот так. Как-то посередину. И следующий также. Напротив. Чтобы на улице не палились. Вот так. Напротив. И как говорит Лаушечка, все готово. Короче, почему я тут говорил, что двойную дверь? Смотрите. Тут мы скинули спальник, где у нас спальник, или хотя если у вас там изучная кровать, если кровать, это гораздо лучше, где у нас спальник. Так, спальник. Вы стали, берите там душечку, берданочку, хотя и Томпсон, и СНГ. Смотрите, дверь у вас тут открыта, чтобы чекать, не просто тупо выходить. А вдруг чувак там выжил как-то. После этого не знаю, как можно выжить. Ну, вдруг. Короче. Вот это открыто. Выходите. Открывайте двойной дверь. Я, походу, 100% вы уже так делали. И потом не закрывайте двойную дверь. И просто чекайте. Просто чекайте. Смотрите. Я туда не могу выйти. И он не может зайти. Если пускай он тебя убьет, он не зайдет сюда. Хотя и тут может открыто, он не мог зайти. Пока вы не закроете двойную дверь. Вот. Короче, ловушка, как это работает? Тоже по принципу байта. Открываешь дверь, выходишь, там похулиганишь, берданочки, или там уже СНГшечки, там чего-то можно. Вот. И, блин, вы не успеваете там, например, хотя лучше там с лука, или с арбалета, хотя, блин, край СНГшечки, и залетать внутрь. Он, конечно, не полностью внутрь прячется именно в свой бункер. А вот именно сюда. Он, короче, тебя убивает. Вы умираете тут. И что сейчас будет? Сейчас вам покажу, что с ним будет. Сейчас быстренько я спешу с шкафа. Так, так, шкафа выпишусь. Что сейчас будет? И обратно спешусь. Так, я что-то напутал, конечно. Напутал. Да, напутал. Напутал. Я же подъем не поставил. Сейчас быстренько подъем поставлю. Да, блин, стареем нахер. Так, где у нас подъем? Вот. Подъем у нас вот тут. Поставьте просто тупо деревянный и деревянную крышу. Вот крышу даже забыл. Блин. Стареем. Вот. Просто вышли, например, вы забайтили там кого-нибудь. Он, смотри, там вдвоем, он в основном бегает, там вдвоем, втроем. Смотрит, они бегут. Ну, ешь, тут так пострелял чуть-чуть. Они поднимаются, вас убивают, вы, ну вот тут еще постреляйте. Они вас поднимают, вас убивают, вы находитесь тут. Сейчас посмотрим, что будет. Перелетел-ка, а? Так, это типа я враг. Бляха, мужик сломался. Короче, не обращай внимания. Типа враг. Так, подошел, его убил. И спускаемся потихонечку, не спеша так. Оп-оп-оп-оп-оп. И пипец, все. Хана нахер. Ты умер. Ты умер. Просто ты умер. Ну это круто. Сейчас я еще раз вам покажу, как это работает. Просто ты умер. Просто враг не ты, а враг умер. Вот и все. Вот и все. А потом же все это опять закончится. Опять поставьте стеночку. И опять лестницу. Так, у нас гантрап-то...
Что-то я его ремонул. И патрончиков для него. Сколько там? До хера. Ну, хватит, лосося. Мы же в классике. Вот. Вот это круто. Опять, например, вы там забайтили чувака. Просто идеально. Так я быстренько спишу шкафа. Вы забайтили чувака. Он бежит сейчас. Мы его, как говорится, закинем и заберем дом. Хотя дом нахер не нужен никому. Лут. Он приближается, спускается вниз. Гантрапов ломает солому и все. Все, ГГ. Это полнейший ГГ. Вот это херена. Заревнуешь? Какой? Бляха, бухой. Как все это быстро делается-то, а? Могу попасть-то. Вот так. Вы отсюда выходите, чекаете, что сдох. И просто дверь закрывать, чтобы вам никто не мешал лутать. Вы его залутали. И все, идеально. Обратно же вставить стеночку. Круто. Все это сделали, обратно же так же. Блин, как. О! И все, опять выходите, батик. Блин, охерен. Вот это охерен. Не знаю, блин. Если честно, да, по расходам. Да, чуть не забыл. Хотя уже все, это такое, чуть не спал. Не забыл. В принципе, можно стенки этого оставить в камень. Ну, по расходам, в принципе, 1000 камня на почти 350 металла. Ну, это можно, в принципе, в камень забить. В принципе, в камень забить, металл вообще там будет чуть-чуть. И 100 дерева. Каким каждый день 1000 камней? Это 1000 камней, если честно, ни о чем. Ну, не знаю, конечно, если честно, я играю на классике, мне 1000 камней ни о чем. Вот такие дела, друзья. Если вам, чуваки, понравились эта ловушка, кто-то у вас лайкосик, пишите в комментарии, что вы бы лично бы переделали, что именно вам не нравится с этого ловушки. Да, конечно, бывает, что это за... Ну, блин, я, если честно, постоянно их нахожу, просто переработаю агентурой. Я просто в переработчике, на запчасти, на МВК. А так-то все. Тут что у него падает? Шестереночки, труба и, походу, что-то то ли металл, то ли что-то. Ну все. Не знаю, друзья. Пишите свое мнение. С вами был Юра Мардин. Всем пока. Пока.